Так, сейчас буду звонить в Ростелеком по поводу ошибки, которая у меня выдается. Сейчас наберу их номер. А, нет, сейчас. Отдел продаж 8700. 707, 12, 12. Вас приветствует служба поддержки Ростелеком Москва. Уезжайте на дачу или в отпуск. Заблокируйте услуги перед отъездом, чтобы не платить лишнего. До конца сентября добровольную блокировку можно установить бесплатно в личном кабинете в разделе «Дополнительные услуги». Если вы обращаетесь из Москвы или Новой Москвы, нажмите 1 или оставайтесь на линии. Если у вас техническая проблема или вам нужна помощь с настройками оборудования, нажмите 2. Специалист службы поддержки ответит менее чем через одну минуту. Уважаемые клиенты, теперь вы можете оперативно узнать ваш баланс и количество дней до блокировки, не дожидаясь ответа специалиста. Просто позвоните с номера телефона, указанного вами в качестве контакта. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, чем могу вам помочь? Добрый день, это Феофанов Василий Владимирович звонит. Мой адрес: город Москва, улица Смольная, дом 51, корпус 2, квартира 242. У меня вот с полуночи нет интернета, там выдается страница, на которой говорит: проверьте ван соединение, там все в порядке, то есть я как бы с проводкой все нормально, нигде ничего, роутер как бы работает. А интернета нет, соответственно, можете проверить, что у вас там, ну вот на вашей сети до моей квартиры происходит, Василий можете? Владимирович, в данный момент авария не зафиксирована. Вижу то, что сигнал не поступает до вашего роутера. Можете уточнить, у вас сейчас роутер включен? У меня сейчас нет возможности и желания тратить время на какие-то проверки. Пожалуйста, вызывайте специалиста, пускай разбираются, что там происходит на вашей сети. Вот, вне квартиры, в общем, разбирайтесь, что там происходит. В данный момент авария не зафиксирована. Я Можете понимаю, но позвонить? вот с моей точки зрения это авария, поэтому вы должны ее решить. Сообщите, какой номер заявки и фамилия, имя, отчество оператора. Я могу сообщить только имя, оно было вам сообщено в начале диалога, Катерина. Также у вас сейчас, вероятно, не подключен роутер. Вы отказываетесь от первостепенной диагностики, да? Мне не нужна первостепенная диагностика. Мне нужно, чтобы ваши мастера приехали, посмотрели, что, где у вас происходит с сетью, до моей квартиры. Вот что нужно. Это понятно? Это вы зафиксировали информацию? В данный момент у нас уже имеется информация, то, что все в порядке, собственно, до вашей квартиры. Молодцы, что у вас такая информация имеется, но нужно приехать и посмотреть, что происходит после того участка, где вы видите, что все отлично. Задача понятна? Также можете уточнить, вы в данный момент находитесь рядом с оборудованием? Я нахожусь рядом с оборудованием. У меня нет возможности и желания что-либо здесь копаться. В том числе оно это ваше оборудование. Вот вы в том числе можете с ним разбираться. Вот, при желании там на адресе в квартире, как угодно, бесплатно за счет вашего гарантийного обслуживания. Точнее информацию оставьте, пожалуйста.
описание заявка оформлена, также перейду вас на профиль офицера. Какой номер заявки-то? Алло. Алло. Алло, не слышу вас. Алло. Алло. Екатерина. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш разговор вскоре будет продолжен. Алло, Екатерина. Алло. Добрый день, компания Ростелеком, техническая поддержка. Меня зовут Андрей, как могу к вам обращаться? Василий. Василий, очень приятно. Адрес можете уточнить? Смольная, дом 51, корпус 2, квартира 242. Мастера завтра удобно будет принять? Ну, желательно в утреннее время. Но я хочу, чтобы это бесплатно было, то есть, потому что это проблема где-то за квартирой, за дверями. Да, так и есть. С 9 до 12, когда мастер подъедет, все вам отремонтирует. Хорошо, спасибо большое. До свидания. До свидания.